Привет, с вами Айс, мы продолжаем пытаться проходить хард. Нет, раз нам выпал этот персонаж. Больше урона, но мало живучести в начале. Давайте попробуем до него пройти. Только что прошли Делик. Он был не очень интересный, мягко говоря. Ну, мы его прошли, раз уж начали, да. Понятно было дело, что мы его пройдем. В конце я уже просто специально получал урон, бежав. Но я и вдалеке это говорю. Просто его прибежать, и все. Совсем не понравилось. Скучно, но интересно. Легкий. Можно было его еще быстрее пройти, в принципе. Ну, вначале я там пытался что-то сделать. Все ясно. На этом наш поход закончится, походу. Или нет? Ну, по крайней мере, пока что нет. Хотелось, конечно, бы два, вернее, сердца, да? Синих получить, ну. Получили одно. Хотя бы так. Мог бы вообще там выпасть какой-нибудь сундук закрытый. Но, с другой стороны, могла вещь какая-нибудь выпасть не очень плохая. Что тоже хорошо. Так. Ух. Аккуратнее надо все это сделать. Обычное сердце выпало. Жаль. Надеялся, что будет синее. Вот. Ну, получаем Тирсап плюс Кнок, Каунт какой-то там. Сетку, короче. У нас, видите, сеточка такая. Ну что, можно зайти в магазин, попробовать купить там еще одно синее сердце, чтобы у нас было как вариант. Давайте возьмем. Вдруг с босса выпадет вещь, которая нам не очень нравится. Да, мы ее просто заливали. Не хочу рисковать бомбу тратить. Одна бомба и не хочется ее тратить. Сколько у нас с книжкой урон? 5. Отлично. Для первого босса больше, чем достаточно. Да, шило на мыло. Как я и думал. Возвращаемся и заходим в шипастую комнату. Теряем синее сердце, получаем ничего. Ну как ничего. Целых 3 бесполезные мухи. Не хотел заходить, потом подумал, что все-таки надо бы зайти в шипастую. Ну, получилось как получилось, увидите сами. Еще одна зубастая комната. Нормально получилось, правда не получилось взорвать камень заодно вместе с ними. Вот этот.
что, нажать на кнопку? А, надо будет бомбу тратить, не нафиг. Не хочу. Для того, чтобы нажать на кнопку, нам нужно тратить бомбу, то не надо, спасибо. Обойдемся. Неудобно эти черви спаунятся. Бануть его побыстрее. Он забивается в угол. Маска. Маска защитный, очень интересный предмет. Так и думал, что получу. Не так и знал. Пошло, поехало. Просто супер. Ни на чем, как всегда. Просто ни на чем. Этого босса убить без потери жизни, чтобы была сделка вместе. Хотя с книжкой, да? Хотя книжка понерфлена, да? Старый уровень. Мне ничего не хочу брать. На вещи нам везет в сундуках. Класс, я совсем забыл про эту особенность. Да не, ну. Та-та-тан. Честно, сколько мы пройдем комнат с одним сердцем? Ноль. Одну, пять, весь уровень. Делать ставки. Нет, нету ключа. Нету ключа. Есть ключ. Я бы хотел что-нибудь другое явно получить в этой комнатке. Что пройдем весь уровень, шансы снижаются. Кто поставил, тот почти уже не угадал. Еще один урон и все. Хард завершится, не начавшись. Ну как не начавшись? Начавшись, но завершится. Зато кто поставил 5 комнат, уже близок к победе.
Класс. Ну что, кто поставил 5 комнат, он уже выиграл. Я в следующий этап. Весь уровень. Это будет очень сложно. Ну, все возможно. Теперь да. Теперь-то смотрите, а. Теперь, возможно, вы правы. Честно, сколько в этом червяке жизни? Если бы мы взяли этот паукан, паука того механического, мы бы знали. Он стоил 15 монет, у нас их не было, плюс я хотел взять сердце. Синее, да? Ничего, в этой комнатке, к сожалению, полезного не было. Ну, как всегда, почти. Очень часто у нас так. Отлично. Взорвали паука, но не взорвались сами, то что нужно. Ну как взорвали паука, имеется в виду, он взорвался сам, но не взорвал нас. Хорошо, что мы взяли таблетку, I can see. Вот, и... Теперь мы можем зайти в секреточку без бомбы. Надеюсь, что там что-то полезное будет. Кстати, в таком месте секретка. Мне еще и бомбы нет. Ну вот. Что ты будешь делать, а? В магазине бомб не было, да? По крайней мере, я не помню, чтобы они там были. Красный шприц и бомба. Ну, пожалуй, да, давайте пойдем возьмем этот гербарий. Но я же, я смогу его пройти взять? Если я не смогу, будет очень обидно. Смогу. ХП ап плюс 3. Ну, то есть каждый из сердец по одному. Одному из каждых сердец нам дали. И еще одна секретка, в которой куча таблеток. Защитная муха, защитная муха. Тирсдаун, очень плохо. Ну, можно вот так заюзать, все равно сейчас уже босс. Нам пофигу. Еле-еле сейчас смог убежать от этого. От его серы. Совсем-совсем чуть-чуть. Он бы меня задел. Все-таки мы его убили, получили еще ХП. И идем дальше. Тирсдаун, конечно, плохо, потому что мы таблетку взяли, но зато у нас две защитные мухи. Ай! Не знаю, с половиной сердца мы играли очень грамотно, аккуратно. Как понабрали сердец кучу, сразу же в первой комнате получили такой глупый урон.
ключ. Второй ключ. Который нам позволит или в магазин зайти, или... Сундук какой открыть? Сейчас загоню себя в угол опять. Червяками. Отлично. Еще один ключ, хорош. Игра дает нам кучу ключей, это неплохо в любом случае. Пытаюсь я тут не получить урон. Благодаря защитным мухам сейчас так в принципе и получилось. Но только благодаря защитным мухам. Давайте сделаем так. В основном мы до босса его зарядим. Эта комната не самая для меня легкая в этом. Так, сделаем вот так. Да, на самом деле комната не такая сложная. Ладно. Что мажем мы очень часто. Пытаюсь аккуратно, и из-за этого мы мажем. Было сразу брать слева вещи. Плохо у нас получилось ролить эти вещи, которые там были. Получилось. Очень жаль. А тут опять место магазина, этот мини-босс. А мне-то нужен был всего лишь магазин с синим сердцем. Ну или с чем-нибудь еще получше. В принципе, неплохая вещь, снижение товаров, стоимости товаров на 50%. Какой у нас только третий уровень, мы уже, как всегда, потеряли кучу жизней. Начинает сказываться нехватка урона уже вот сейчас вот. Не так быстро мы их убиваем, как хотелось бы, но...
Ничего, на урон-то и не брали. Даже маленьких этих пауканов мы бьем полчаса. Конечно, не есть гуд. Никак. На боссе спасает книга, конечно. Прежде всего книга, плюс еще муха, которая хоть как-то надымажит. Отлично. Сам себя зажал. Просто сам себя взял и зажал. Что за карта, Хермит? Понятно. Я опять спутал эту карту. Я их постоянно путаю. Карта, которая телепортирует секретку, это карта, которая телепортирует магазин. Просто постоянно. Я их путаю. А вот они ключи, кстати, пригождаются. Вот они ключи пригодились. Такое огромное количество, которое нам падало. Идем на следующий уровень. Пятый. Ну что ж, по выживаемости пока что более-менее все неплохо. Две... Давайте сразу заюзаем. Потому что тут будет куча... А, я думал, тут будет куча мелких пауков. Ну ладно. По выживаемости все неплохо, благодаря двум защитным мухам, благодаря набранным жизням на прошлом уровне. И синему не только. Ай! Мелочь не заметил. А вот в плане... в плане нанесения урона врагу совсем все плохо не могу сказать, потому что все-таки не один там, да? Ну, блин, шар, да нафиг он мне нужен? Что мне... А, паук! Опять-то, вот я просто не заметил этого мелкого паука. Что значит ДПС не очень? Еле убил их. Просто еле-еле. Ну, мог так бить очень долго еще. Отлично. Великолепно. Просто, блин, после этого не хочется играть. В одной комнате получил урон больше, чем за 10 уровней. Надо получать.
Интересная комната, мне понравилась. Вот, ну мы потеряли сколько? 4, 8, 8, 9 урона мы получили на этом уровне уже. Это еще не предел, я уверен. Так, у нас магазин уже был? Нет, еще не было. Как из золотой комнаты. Будем надеяться, что в них что-то будет полезное. Очередная комната с нашим ДПСом очень для нас неприятная. Все-таки я получаю урон. Не пытался от него вернуться. Не получилось. Раз ему надо в них попасть-то, блин, ужас. Пока не буду тратить ключ. Напряженный у нас забег получается. И вроде жизни, ну, не так и мало, честно-то говоря. Вот именно ДПС сочетание как скорострельность, как сам урон сочетание, да? Мне нравится. Слишком долго мы вынуждены бить мобов, из-за этого часто теряем глупо жизни. Ну, хотя в последних комнатах у нас все в этом плане не так и плохо. Как в той комнате, где мы получили там 5 или 6 уронов сразу на сера, гадов, которые серу используют. Фен, да. Ну, нафига ты мне нужен? Хорошо, что тут магазин. Хотя в этом магазине нифига нет. Просто ничего нет. Давайте хотя бы складировать средства. Максимум. Не могу больше. Ладно, ключ, бомбу возьмем, пригодятся. Возможно. Вот так вот ключ пригодился. Потратив его просто так ни на что, нечаянно, случайно задев. Как вы предлагаете его бить, когда он оставляет за собой след зеленый? Без полета. А, вот так вот, значит. Класс, точно. Я не увидел, что там есть кто-то еще. Поэтому. Да, в принципе, это уже не важно.
Так, наверное, последний уровень, который мы пройдем. Если нам что-то не дадут сверххорошее. Хотя у меня такое ощущение, что не дадут. Что естественно. Не получается у меня хард. К сожалению. Ну как я должен тут типа, убивать? Ладно, надо собраться, пытаться затащить. Если мы получим что-нибудь на урон, у нас будут какие-нибудь шансы. Ну где ты? Появится сзади где-нибудь. Они любят это делать. Появляться и сразу наносить урон, потому что появился рядом. Не смог. Защитные мухи там помогают, как могут. И все равно. Я не могу игнорировать на этом комнате золотую комнату. Игнорировать я никак не могу на этом уровне, потому что мне нужно хоть что-то полезное. Хоть что-то на урон. Очень полезная вещь. Не знаю даже, как прям без нее раньше обходился. Я не заметил мелкого гада, поэтому получил урон. Темно, комната темная. Это ужасная комната. Для меня это просто ужасная комната. Без полета. Так его прошел. На лаки. Хотя бы получил несколько урона. А не потерял все вообще. Не знаю, давайте подкову оставим. Может быть. А тут делать нехрена. Еще одна комната, не очень благоприятная.
хватает урона. Дико не хватает. Уже не хватает. Что дальше будет, не знаю. Ладно. В любом случае будем пытаться стараться пройти максимально возможно. Количество уровней для меня сейчас. Ну и где враг? Понятно. Еще одна ужасная для меня комната. Фух, повезло. Можно сказать, защитные мухи, спасибо. Просто хотел магазин, знаете, обычный магазин. Не хотел этого гада, чтобы он тут был, и так далее. Дайте просто магазин. Нет. Мы не дадим тебе магазин. У тебя же есть деньги, чтобы ты мог что-то там купить хорошее. А магазин у нас, конечно, на этом уровне уже был. Я уже не помню, на том был. О, ты же можешь купить что-то хорошее. А это как бы не входит в наш план, извини. Отлично. Хотя чего отлично? Чего-то хорошего нет. Ладно, все. Бывает. Книга как-то спасает, плюс пет вот этот, да, который мы получили. Я не увидел тень. Просто не увидел. Просто не увидел тени, из-за этого потеряли сердце. Тут я уже на звук ориентировался, просто уклоняясь. Ну что, шанс выпадения сердец мы взяли этим, да, амулетом. То есть не амулетом, как это называется. Ну ладно, не важно. Шанс выпадения синих сердец. Видите, как у нас с ДПСом все круто, что они практически к нам подобрались. Это хорошо, что пет еще атакует. Ну ладно. Будем проходить с тем, что есть. Опять же, до куда пройдем, до туда дойдем. Хотя бы полет бы, хотя бы полет. Ну. Кто же он нам даст, да? Одна рука всего лишь, одна рука. Эту комнату прошли отлично.
принципе, как и эту. У нас шанса другого просто нет, не остается. Надо просто сейчас не получать урон. Вообще. Это что такое? Кстати, я взял вещь, что слезы просто... Не знаю. А что мне делать? Подождите, это глюк? Понятно, это не глюк. Как ими управлять-то? Понял. Сложно. Для меня сложно. Реально сложно. Поймать эту гадину, которая тут постоянно исчезает. Фух, ну поймали. Жесть. Это реальная жесть. Хотя иногда, может быть, и самонаведение такое слез и к лучшему. Просто для меня это очень дико непривычно, понимаете? Я не знаю, как сердце будем убивать, если вообще до него дойдем. Честно говоря, думаю, что мы до него просто не дойдем. Да где это, Венаш, прицел-то, блин? Стараюсь как могу. Ну я к ней очень сильно не привык, ну то есть, ну вообще никак. Не очень плохая вещь, неплохая, но не надо привыкать и еще раз привыкать, знаете. Фух.
пытаюсь просто по направлению выставить, да, и долбить как-то так, потому что если вот точно на цель наводить, которые перемещаются постоянно, очень сложно что-либо сделать. Если бы как-то закреплялся за целью бы, то есть не надо его было вводить, а навел раз и все, он поймал захват. Был бы, наверное, веселее чуть-чуть. Хотя вот как-то так. Ну, я не знаю. Есть ли у меня какие-то шансы? Честно говоря, думаю, что нет. Но я буду стараться. С другой стороны, я могу вот так вот, да, чисто все посвятить тому, чтобы уклоняться, да, только от всего, направив прицел на сердце. Поэтому в какой-то мере, может быть, это и не так плохо, особенно вот тут. Ну, опять как бы не открылся путь дальше, к сожалению. Мне было очень интересно попробовать пройти дальше, но пока мы не убили 10 раз сердца, путь дальше не открывается с 100% вероятностью. Ну, мы открыли пару ачивок, да, пару достижений получили. В принципе, как мы прошли два уровня красных, мне понравилось. Да, я получал урон, но опять же, на мне понравилось, когда мы с полжизни играли. То есть, вот когда я действительно сосредотачиваюсь очень сильно, начинаю меньше говорить и больше сосредотачиваться чисто на игре. Мне понравилось, когда я вот там бегал, и когда два вот этих последних уровня, когда надо было постараться их пройти. Вот. Я считаю, мы с этим справились. Всем огромное спасибо, с вами был Айс, и всем пока-пока.